30 августа 2021 года, проверка датчиков давления, Hyundai Santa Fe, 2021 год, Hyundai Santa Fe, 21 год. Так, вот они датчики, значит. Так, ну вот они все определились, все имеют разные ID номера. Ну, как бы скажу, то, что вот если один датчик определился, второй раз он определиться не может, если вот в режиме проверка всех.